отель снимать. On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Поехали дальше. Уже будем сейчас прозванивать в этом районе. Шел по дороге домой прицеп, вроде как хороший. Сейчас посмотрим. Друзья, вот такой красавец. 11,5 без торга. 11700. Вот смотрите. 44,5 куба. Видите, рама целая, ничего не наварено. Но вот завод уже делает с какого-то года, наваривает вот такие вот усиления. Раньше не делали. Но эта рама какая классная. Вся красочка, вся родная, ничего не поддувалось. Запаска, подъемная ось. Едем оформлять прицеп в таможне. С прицепом Дафик просто плывет, как кораблик. Прям, ну просто, по-другому машина едет. Красавец, хвостик у меня появился. Затаможили за 10 минут. У меня слов нет. Самая приятная рубрика для меня. Это дорога домой. Извините за бардак, потом уберемся. Друзья, растаможка ведь подорожала. Когда я искал эту головку, мне на нее посчитали $1450 растаможку. На сегодняшний момент мне сказал брокер $1950. Вот вам и... Прошли польскую границу, посмотрели. И я проехал. Все-таки круто управлять такой большой машиной. Как красиво, правда? Кто-то из подписчиков написал комментарий по поводу видео, что снимаю не для рекламы. Ну, как вам сказать? Скажу честно, проснимал более 15 лет. Ну, там свадьбы, реклама, всякое было. В основном, конечно, свадьбы. Безумно нравилось это дело. Ну, просто вот нравилось. Мог ночами сидеть, пока не добьешься результата. Потом наступил какой-то кризис, стал больше фотографировать и очень заскучал за видео. Думаю, блин, свадьбы однозначно не хочется снимать.
но снимать хочется. Ну и вот так вот получилось. Снимаю, кайфую. Дальше. У меня есть ролик, который набрал 2,5 миллиона просмотра. Он называется «Ребята, целуемся». Это была одна из последних моих свадебных работ. Вот. И вот так вот у меня ролик получился с таким просмотром. Да, друзья, в плане разметки у поляков, конечно, денег не жалеют. Как это круто ехать по разметке, удобно, легко, не устаешь. Фух, друзья, я на границе. Легковые опять бардак, легковые с грузовыми. Вот это круто. Это легковые от бедренки аж до этого, а фур вообще нету. Вон я уже подъезжаю к шлагбауму, прикинь. Слушай, я уже перед шлагбаумом, прикинь. Всем доброе утро. Поляков я прошел, в принципе, быстро. И застряли мы почти на мосту. Стоит очередь уже час. Таможиться, кстати, буду в Ровно. Ни разу не таможился в Ровно. Посмотрим, как там все организовано. Преимущество покупки такого автомобиля. Вам не надо гостиниц. Только надо простынь с собой брать, подушку. Замечательный домик. Автономная печка. Включил себе, греешься. Ехали, ехали и остановились. О, вон там крыса пытается забрать хлеб. У рыбы. Забрала, забрала. 250 евро солярки мы спалили по Европе. И сейчас идем заправляться уже украинской солярочкой. Все, друзья, как вы догадались, по качу я в Украине. Прорвались мы достаточно быстро. Но что-то там на украинской таможне была задержка. Долго не впускали. Если бы впускали как обычно, то мы бы прошли очень-очень быстро. Едем в Ровно таможиться. Ну что, я думаю, всем интересно будет, как же там в Ровно. Смотрите, ребята, я еле заметил, блин. Ну я просто в шоке. Вот ребята обезопасили себя, вы понимаете, ржавыми старыми знаками. Ё-моё, блин. Ой, друзья, сутки не спал. Чувствую себя зомби. Но желудок говорит, иди поешь. Иду, посмотрю, какая здесь столовка в Ровно. Еще одна ночь в Дафе, замерз, как, не знаю, автономка что-то не запустилась. Загорелась ошибка блю, и тяга упала. Все, друзья, 2 часа дня, растаможился, еду на сертификацию. А? Друзья, прошел, такую кепочку мне поляк подарил, Даф написано, видите, на таможне. Прошел сертификацию очень быстро, и на прицеп завтра в Киеве уже можно получать. Ну, все в стиле Западная Украина Forever. Ровно тоже бывают пробки. Ребята, вот когда видите большую машину, и вы стоите на переходе, ну пропустите вы ее. Ее остановите, потом раскочегарить, ну поверьте, это не легковую. А вот и причина пробки. Взорвалось 2 колеса. Офигеть. Кто видел такое, ребята? А, вот это прикол. Свет хороший у Дафа, мне нравится дальний.